Сегодня у нас состоится очень важное событие – Паракивин. Мы к нему готовились очень долго. Сегодня приедут 11 команд, представляющих всю нашу республику Башкортостан. Ребята настроены на позитив, ребята настроены на положительные эмоции. Это самое главное. По нашему мнению, это очень уникальное событие, когда у нас встречаются интегрированные команды КВН. Ведь в нашей стране очень часто так много говорят о интеграции, действительно, но на самом деле мало что делается. А здесь действительно, без обмана, без каких-то преамбул, ребята здоровые встречаются с ребятами с ограниченными возможностями и играют в КВН. Они бок о бок играют в одной команде, и это, мне кажется, очень на самом деле волшебное чувство, когда они выходят вместе, переживают друг за друга, и они становятся одной большой командой. Нет людей с ограниченными возможностями. Есть люди с безграничными возможностями здоровья, каких-то других аспектов жизни. И вот те, кто выходит на сцену и шутит над какими-то проблемами, местами над собой, полные иронии, даже иной раз сарказма, они вселяют, ну, лично в меня надежду в светлое будущее, в том числе и нашей страны. Это еще один повод понять, что у людей в принципе нет проблем. Проблемы есть в голове. Чаще проводить такие мероприятия – это, наверное, обязанность каждого человека, который у нас есть, потому что интеграция очень важна. Поэтому я призываю вас, будьте любимы, любите людей вокруг и приглашайте своих друзей на Паракивин, на КВН, и будьте счастливы. Я желаю удачи всем тем, кто играет в КВН, и я надеюсь, что с каждым годом участников Паракивина будет все больше и больше. И мы на этом не остановимся. У нас будет самый смешной регион самой большой страны в мире.